Объем промышленной продукции за 8 месяцев текущего года составил около 206 миллиардов сомов. Об этом сообщил начальник управления экономической статистики и национальных счетов Нацстаткома Эльвира Исинкулова. По ее данным, этот показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 7% за счет сокращения производства фармацевтической продукции на 39,5%, химической продукции на 35,5%, а также основных металлов и готовых металлических изделий на 27%. Снижение объемов строительства составило 9%, в сельском хозяйстве на 5%. Напротив, в оптовой и розничной торговле отмечался рост объемов на без малого 11%.